Привет всем. У нас вот сегодня такой паровозик БР-75. Он не работает. Будем его сегодня запускать. О, и все. Привет всем. У нас вот сегодня такой паровозик БР-75. Он не работает. Будем его сегодня запускать. О, и все. И не хочет. Ну, для начала мы его разберем, посмотрим, что за причина, и будем устанавливать. Ну, что я могу сказать? У них, как всегда, одна и та же беда. Вот. Замачивает двигатель маслом. Я его уже почистил, полностью перебрал. И сейчас мы попробуем катать его, как он будет ездить. И профилактику я сделал. Колеса я ему почистил полностью. Ну, вот так вот машинка старенькая выглядит внутри. Вот так вот все уже смазано полностью. Кулисы отрегулировал. Вот. И вот он выглядит так. Сейчас мы попробуем покатать сначала без крышки. Ну вот, я его поставил на свой макет мини. Пробуем. И он спокойно поехал. Он еще обкатается, еще будет тише. Ну, полностью собираем и регулируем сцепочки. Ну, вот он, красавец, я его собрал полностью. Проверяем. Отлично. Ну все, можно сказать, ремонт готов, профилактика тоже. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Кому интересно, подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем сообщения, по возможности я отвечу. Всем еще раз спасибо. Всем пока.